Жильцам краснодарских многоэтажек, где не установлены общедомовые приборы учета тепла, пересчитают платежки в пользу потребителей. Речь о квитанциях, которые пришли в январе и феврале. С началом холодов в домах, где нет таких счетчиков, применялся повышающий коэффициент. В итоге горожанам дополнительно к нормативу на три последние месяца прошлого года приплюсовали 40%, а с января еще 50%. Но этот коэффициент правительство отменило. 27 февраля 2017 года вышло постановление правительства номер 232, в соответствии с которым для жителей, у которых отсутствует общедомовый прибор учета по отоплению, которым ранее начислялся повышающий коэффициент, внесены изменения в постановление номер 354, и данный повышающий коэффициент отменен. И данные изменения вступают в силу с 1 января 2017 года. В соответствии с этим постановлением управляющая компания в марте 2017 года будет произведен перерасчет повышающего коэффициента с января по февраль. Те, кто платит за услуги по приборам учета, значительно экономят. Например, так называемые нормативщики отдадут деньги за октябрь и апрель, когда отопление подают нерегулярно, а в зависимости от погоды, как за полный месяц. А те, у кого счетчик есть, рассчитываются только за использованное по факту тепло. Если сравнивать первых и вторых, то разница в сумме порой достигает нескольких тысяч рублей. Поэтому коммунальщики призывают краснодарцев задуматься об установке общедомовых счетчиков. Заявку в управляющую компанию можно отправить через председателя совета дома. Добавлю, что в квартирах, где до сих пор нет индивидуальных счетчиков на воду и электричество, полуторный коэффициент применяется.